В семействе Porsche Cayenne появилась новая версия – купеобразный Cayenne Coupe. Облику автомобиля придали больше динамичности, занизили крышу, уменьшили лобовое стекло и передние стойки кузова. Вдобавок изменились задние двери и крылья, что увеличило автомобиль на 18 мм. Задний номерной знак перебрался с пятой двери на бампер. Чтобы при ниспадающей крыше над головами задних пассажиров оставалось достаточно свободного пространства, сиденья опустили на 30 мм ниже, чем в обычном Cayenne. Поэтому пассажиры себя будут чувствовать свободно. В базовой комплектации у Cayenne Coupe задний ряд оснащается двумя раздельными креслами. А обычный диван, как на базовом Cayenne, является бесплатной опцией. Спереди же все версии Cayenne Coupe получили новые спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и электрическими регулировками. Но при обтянутом темной алькантарой потолке возникает ощущение замкнутого пространства. В продольном направлении задний ряд не регулируется, но угол спинки меняется рычажком. Складываясь, диван продолжает погрузочную площадку под небольшим углом. Спереди интерьер Cayenne Coupe фактически идентичен обычному. Колесная база у Cayenne Coupe совпадает с обычным Cayenne – 2895 мм. По длине кроссовер на 13 мм длиннее – 4931 мм. Ширина 1983 мм, высота 1676 мм. На момент выхода на рынок купеобразного Cayenne заявлено два мотора. Это турбо-шестерка 3 литра 340 лошадиных сил 450 ньютон-метров, который позволяет модели по умолчанию, оборудованной пакетом Sport Chrono, набирать первую сотню за 6 секунд. А с пакетом облегченных деталей такой вариант кроссовера справляется с задачей за 5,9 секунд. Максимальная скорость трехлитровой версии – 243 км в час. Облегченный спорт-пакет прилагается в трех версиях. В частности, в него входит крыша из углепластика, 22-дюймовые колесные диски, клетчатые тканевые вставки в сиденьях, декор из углепластика и алькантары. А на турбо еще и спортивная выхлопная система. Второй агрегат битурбо восьмерка 4 литра, 550 лошадиных сил, 770 ньютон-метров. Двигатель полагается в модификации Cayenne Turbo Coupe, который развивает 100 км с нуля за 3,9 секунды. Максимальная скорость такого варианта кроссовера достигает 286 км в час. На обычном Cayenne Turbo последнего поколения верхний спойлер с выдвижной пластиной, но на Cayenne Coupe он статичный, но на скорости 90 км в час и выше на 135 мм поднимается секция, расположенная под задним стеклом. В базовое оснащение купеобразного Cayenne входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, рулевое управление Power Steering Plus, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида. Объем багажника Cayenne Coupe составляет 625 литров, у простого Cayenne 770 литров. При сложном втором ряде объем составит 1540 литров. Модификацию Turbo Coupe спереди можно отличить по сдвоенным полоскам диодных огней вместо одинарных. В России купеобразный Cayenne уже доступен для заказа, но производство машин начнется только в мае, а первые автомобили у дилеров появятся не раньше августа. Цена на базовую 340-сильную версию составляет 5 миллионов 870 тысяч рублей, что на 878 тысяч дороже обычного Cayenne. За 550-сильный Cayenne Turbo Coupe компания запрашивает от 11 миллионов 13 тысяч рублей. Для сравнения, BMW X6M 575 лошадиных сил стоит 7 миллионов 940 тысяч. А 575-сильный Range Rover Sport SVR, такой как у Академика, можно купить за 9 миллионов 353 тысячи рублей.